правительстве региона провели обучающий семинар. Там напомнили и разъяснили, как исполнять закон о противодействии коррупции. В семинаре участвовали чиновники, силовики и прокуратура. Законодательство меняется. 273-й закон трактует однозначно. При выявлении несоответствия однозначно, в зависимости от того, где этот человек работает, если в органах государственной власти одна методика, если в органе местного самоуправления другая, если в депутатском корпусе третья. Но другого никакого нет, никаких нет прощений, отстранения от должности и лишения его полномочий. В текущем году по актам прокуроров, уже по рассмотренным, досрочно прекращены полномочия 14 лиц, замещающих муниципальные должности. Основанием для принятия этих решений во всех случаях явились установленные факты непредставления сведений о доходах, либо представления недостоверных сведений. С начала года в республике установили 200 коррупционных нарушений. Больше всего случаев зафиксировано в Кижингинском, Акинском, Заиграевском и Тункинском районах. В 2018 году следователям поступило 62 сообщения о коррупционных преступлениях. Возбудили 32 уголовных дела. Ни по одному из них оправдательный приговор не вынесли.